Всем привет! В этом видео я покажу, как восстановить документ Word, если вы его забыли сохранить. Давайте перейдем в Word. Допустим, вот у нас просто будет какой-то текст. Закрываем Word и не сохраняем этот файл. Теперь опять открываем Word. Выбираем вот здесь вот параметр «Открыть другие документы». Здесь отображаются последние документы. И внизу есть кнопка «Восстановить несохраненные документы». У нас открывается папка с файлами, которые мы не сохраняли. Сортируем по дате изменения. И вот наш файл. То есть вот 18.05, сейчас на часах 18.06. Это последний файл, который не сохранился. Мы его открываем. И вот, пожалуйста, наш документ, который мы не сохранили при выходе. Вверху вот нас предупреждают, что это восстановленный файл, который временно хранится на вашем компьютере, и Word предлагает его сохранить на компьютер. Сохраняем и дальше уже редактируем. Ну а на этом у меня все. Если информация была для вас полезной, напишите любой комментарий под этим видео.